Меня зовут Костюк Андрей Михайлович. Я возглавляю военно-гражданскую администрацию Береславского административного района Херсонской области. Несмотря на многочисленные попытки укрнацистов прорвать линию обороны, солдаты Российской Федерации крепко стоят на своих местах, не давая пройти врагу. Администрация Береславского района и все службы на месте продолжают свою работу. Россия с нами навсегда. В сильной злобе ВСУ и нацисты пытаются убить как можно больше жителей Херсонской области. Они не щадят никого. Но нас защищают доблестные военнослужащие Российской Федерации. Спасибо вам. Вы воспитали достойных сынов Отечества. Мы благодарим вас за помощь. Желающих получить российский паспорт очень много. Но затрудняется, к нам не приезжает паспортный стол для, ну, скажем, сбора документов у людей. Мы формируем списки, формируем все, делаем этот... Но у вас Ростов этим занимается сейчас, да? Да, ростовский. Приезжает на этот... Хотелось бы, чтобы попросить как бы помощи от вас, чтобы у нас на месте стационарно была выдача паспортов и то же самое прием документов. Потому что, как вы сказали, это, ну, уверенность, скажем, в завтрашнем дне, ты уже гражданин России. И так как вы уже видели, явка в Береславском районе составила 72%, проголосовало за 85%. То есть люди показали, что они готовы, хотят идти в Россию. Ну, паспорт — это постоянные обстрелы, бомбардировки мирных, скажем, помещений, общежитий. Вот недавно произошло, хаммерсами попали в общежитие, там, где погибли мирные жители. А утром приехали и увидели ужасную картину. Общежитие было полностью разбито, вытягивали раненых.